Ну что, все та же машинка у нас, Q3. Надо теперь заклеить нам потолок. Как мы уже помним, здесь потолок был приклеенный. Долго нудно с ним боролся, чтобы его снять, срезать. Теперь предстоит операция другая. Сделать аналогичный. Вот. Купили мы для начала вот такой материал. Вот 5 листов. Я его режу примерно пополам. И начинаем клеить. Значит, закатки у меня фирменной нету, родной. Но вместо нее подойдет вполне. В руку берется удобно и закатывается такая вот, так сказать, закатка у нас будет. Убираем пленку. Вот. Берем волшебный фен, он 2 киловатта. Греем и клеим. В процессе буду показывать, вот как это все получается. Не забывайте, что вы пользуетесь феном, здесь горячо, надо одевать перчатки и вообще предохранять и себя, и автомобиль от того, чтобы не травмироваться зря. Ну что, вот остатки у нас. Немножко осталось. Вот. Заклеенный потолок, в общем-то, практически целиком. Вот там маленькие нюансики, возможно, какие-то именно маленькие нюансики остались. Но, как видно, все здесь заклеено. Вот, ну и сейчас будем заклеивать вторым материалом. Получится так называемый сэндвич. Он тоже самоклеющийся. Вот тут здесь еще маленькая полоска вот осталась. Вот там. Сейчас я из этих отходов, из остатков нарежу туда и тоже подклею. Вот, чтобы все было заполнено. Второй материал вот у нас такой. Он мягкий. На ощупь теплый. Вот. То же самое. Изолон вот он называется, его фамилия. И, естественно, второй слой на потолке наклеенный у нас изолоном. Вот все это, как говорится, видно. И теперь, в принципе, я считаю, вот, звук хороший, не как в бубен. Вот, достаточно хороший звук здесь, нормальный. И считаю, что теперь можно собирать салон, потолок, все ставить на места, ну и как бы считать на этом свою миссию завершенной по этой машинке. Так что вот так вот Q3 потихонечку возвращается в строй. Эпопея закончилась, слава тебе, Господи, с этой машиной. Почему? Потому что у меня вот эти ручки, вот, там есть пружинки хитрые. Вот они мне мозги сделали со снятием, с установкой. Одна провалилась внутрь, в общем, по сборке машина капризная, я бы сказал. Ну вот, что получилось, в принципе, все получилось нормально. Видно вот по отраженке. Вот. Было кое-где и на боках вот тут проблемки. Вот. Где-то может там какие-то малепусенькие остались, как говорится, проблемки. Вот. Но в общем и целом на всю картину они не влияют. На гараже просто выгонять на улицу, там жарюка и кругом яркое солнце.
и там ничего не увидишь. Вот как-то так.